23 числа в штат добавлена одна единица, это заместитель по развитию. Сейчас идет... Еще один запрос. Ну, дослушайте до конца, Олег Петрович, смеяться потом. Это мое предложение. Сейчас департаментом ЖКХ подготовлено проект распоряжения про служебное расследование по директору, и в это время мы будем просить, чтобы исполнение обязанностей директора предприятия было на зама по развитию. И есть... Главное определиться, на какого из зама по развитию. Да? Зама, которого пока нет, но я надеюсь, что сегодня будет. А вы не знаете? Директор. Да, не то, что мы просили. Я не знаю. А, сейчас я не хочу. Но вы хоть озвучите, что за фамилия, фамилия, отчество. Претендент на эту должность Марина Сорока. Я же не лох. Марина Сорока? Да. А ты что, отстал от всех новостей? Да. А зачем оно Марине надо? Пока, значит, я слышу. Я не знаю, ну, кому, почему надо. Сказали, надо, чтобы было. Нет, нет, нет. Задача, ну, если дадут нам это делать, по экономической части тоже есть. А это кто? Марина Михайловна Сорока? Ну, вроде все знают. Я слышал, что все... Кроме была общественный деятель. Кроме была в комиссии протоколов. Причем общественный деятель, общественная организация, вообще хозяйственный мозг. Да. Она не общественный деятель, давайте. Она работает юристом в Николаев дом сервисе. Да. То есть проблема ЖКХ для нее понятна. ЖКХ. Ну, вы знаете, если посмотреть, какие юристы в самом департаменте ЖКХ. Олег, далеко. Я даже комментировал. Ну, как бы... Где Сорока? А сколько вообще сейчас аппарат управления? Не знаю. Возмутительно много. Это сколько? 530 человек минус 190 дворников. А все остальное, то есть из 530 человек 190 это те, которые работают, то есть на одного раба у нас 4 прораба. Три. Знаете картинку, когда один дворник приходит, поэтому там есть начальник, мастер, инспектор, это как, знаете, есть необходимость кино про карету. Это не то. Определенные там. Честно, ну. Отремонтируешь карету? Вот поверьте, после. Ну, что, может, что? Давайте, мы говорим о книге. Татьяна Викторовна поднимает настроение. Разбирайте по значению. Мы с проектом распоряжения с городским головам, как только определимся, я по результатам буду докладывать. То есть нам на сессию мы все равно выносим вопрос об увольнении. Я бы хотел проект решения подготовить. У нас вот департамент ЖКХ подготовлен проект распоряжения про служебное расследование. И на срок служебного расследования директор, ну, я предложил, чтобы отстранили директора, и мы будем... А подходящего кандидатуру не могли подыскать? Это ИО. Я понимаю. У нас в прошлый вторник вы присутствовали, было принято решение комиссии. Елена Викторовна, что вы слышали? У нас было принято решение комиссии подготовить на 6 число решение сессии про расторжение контракта с господином Белым. Все. Надо нам эти ваши... А дальше вы двигаетесь, вы же не возражаете. Назначайте там уступники исполняющего обязанности. Вы берете кого-то ответственного из уборщиц. Она хорошо справится на период, у нее будет как раз. Не, у нас было, Савельевич, у нас было решение комиссии на 6 число вынести решение сессии о расторжении контракта. Ну, Татьяна Викторовна, вы нам подготовите такое? Тише. Я не дошла. Давайте определимся. Смотрите, значит, давайте зададим вопрос. Сейчас, секунду. Меня обязательно вынести. А ответственным людям... Ответственный на стол, управление коммунальной собственности, правильно, Юрий Викторович? Вы же готовили проект по контракту с Белым. Текстовку мы готовим по контракту. Значит, тогда вы должны подготовить по решению комиссии проект решения сессии. Вы его породили. Проект решения про расторжение контракта. Мы не готовим такое. Расторгает городской голова. Или же сессия городского совета. Смотрите. Или сессия. Рекомендовать. Рекомендовать. Нет, так проект решения надо сделать. Смотрите. Но мы не готовим проект решения сессии в таком случае. Мы готовим по контрактам. Контракт мы готовим. Поэтому мы подстрахуемся распоряжением. Кто готовит проект решения? Давайте, депутаты хотят услышать. Ты.
Игорь Николаевич, Игорь Николаевич, вы помните на сессии, когда ставился вопрос, Александр Федорович говорит, если я назначаю людей, я за них отвечаю. Пусть он пока будет. Не готовят нам решение на сессию, ничего страшного, пусть дальше разваливает ЖЭК. И люди будут видеть ту работу, которую сегодня проводит исполнительная власть. Мы со своей стороны делаем больше даже, чем мы можем сделать. Вы решение комиссии приняли, кто готовит правительство? Вы как депутат, вы как депутат? Зачем? Не может он подготовить, потому что... Ему надо на сессию, перед сессией надо опубликовать на сайте городского совета за 20 дней это решение, чтобы его потом не отменили. Было решение комиссии. Давайте определимся, и кто продует проект решения. Комиссия может принять решение. И... Мы приняли решение на прошлой неделе. Ну, так, тогда в том решении надо внести в том, Андрей Николаевич, решение. Что вы будете держать белого на работе? Андрей Николаевич, вопрос следующий. На прошлой комиссии было принято решение о том, чтобы подготовить проект решения сессии городского совета о расторжении контракта с директором Пивня. Вот сейчас у депутата возникает вопрос, кто готовит проект решения? Где он публикован? Департамент не получался. Ну, мы просто озвучили это решение. Поэтому логично было бы, так как Юрий Викторович готовил контракт, вот пускай подготовит проект решения. Давайте поймем, кто готовит, и обязуем сейчас решение депутатского корпуса, чтобы они подготовились. На шестое число. Это мы для управления коммунальной собственностью, это не проблема будет подготовить. Давайте у них образцы есть уже. Да, там, значит, предложение, чтобы мы уже озвучили этот вопрос более предметно, поручить управлению коммунальной собственностью подготовить проект решения. И вынести на сессию. Рекомендовать аппарату совета вынести этот вопрос на У меня это уже есть. То есть нам то, как проект решения. Да. Кто за то, чтобы поручить управлению коммунального майна подготовить проект решения про звільнення Белого? Прошу голосовать. Расторгнуть контракт. Расторгнуть контракт. Все 8 за. Да, удивительно.